Динамо Льда. Так, с нами вратарь Динамо Невы Ева Губарева. Ева, поздравляем с победой. Спасибо большое. С Сухарем. Как оценишь сегодняшнюю игру? Все ли получилось у команды? Да, да. Все, девчонки сегодня очень хорошо выглядели, молодцы. Я уже им в раздевалке там тоже пару слов сказала по игре. Вот. Все друг за друга боролись, сражались, вот и результат. Уровень соперника, как? Ну, девчонки хорошие, могут бороться. Все, я сбилась с этими... Нормально. Ну, ты в прошлом сезоне с ними не играла? Нет, не играла, да. Была за границей. Хорошо, как вратарь? Кто больше всего доставляет проблем на льду из этой команды? Из команд соперников? Да. Ну, скорее всего, первая пятерочка, они большинство, и просто атаки хорошие организовывают. Молодцы. Вот, они доставляли, да. Иногда нам попотеть заставляли на зоне. Да. Конкретно с собой сегодня довольны? Ну, не могу такое сказать, но все равно приятно то, что там после первой неудачной игры выйти вот так вот на нолик сыграть. Ну, девчонки в большей степени тоже помогали мне, защищали меня. Вот им тоже спасибо за это. Вот так, да, приятно очень. Хорошо, как на следующий матч настраиваться? Так же, только боевой настрой. Точно так же будем продолжать бороться, стараться. Я понимаю, что ты по-прежнему в старте завтра будешь? Да. У нас потому что мой коллега немножко на травме. Желаем тебе здоровья. Спасибо. Напоследок что-нибудь для болельщиков «Динамо Невы» и подписчиков нашего сообщества. Хочу передать всем привет и сказать спасибо большое, что поддерживаете нас каждый матч, смотрите, болеете. Нам очень приятно. Ради вас стараемся. Отлично, спасибо.